Все нормально. 24 февраля 2017 года. Выставка Нержерей Шоу Форум. Последний день выставки. Вот из Неаполя наш друг релаксу придается. 9-й день выставки. Люди есть. Мы находимся на стенде компании Лингадоры. Марка из Голландии. Елена Зарубина ее представляет в России уже не один год и очень успешно. Я надеюсь, что то, что ты сейчас расскажешь, будет интересно нашим зрителям. Итак, что представляем, откуда представляем, какие особенности, коллекция какого года. Проходим и по порядку рассказываем. Лена. Это голландская марка, как сказал Михаил. Мы здесь представляем на сегодняшний день коллекцию «Осень-зима» следующего сезона 17-18 года. Вот. И также мы здесь представляем еще одно наше направление, о чем я расскажу в последнюю очередь. Значит, также у нас есть небольшое количество летней коллекции. 17-го, лето 17-й. Лето 17, которое сейчас уже начинается поставки. Это наша база. На складе есть. Да, это наша база, яркая, сочная. То есть вот это все модели, это наши базовые модели. Они все вот в таких цветах. Соответственно, есть белый-черный, но на лето, мне кажется, более интересное что-то повеселее. Уровень цен за комплект? Уровень цен за комплект порядка 30-33 евро. Да. Готовая цена – это в базе. Это я имею в виду базу. Да. Вот. Также есть купальники. Но, к сожалению, заказать их уже невозможно. Только уже купить в розничных магазинах у клиентов, если кого. Ну, вы их так и спрятали немножко, потому что там уже тема закрыта. Да, она продана. На 18-й год теперь только будет. Теперь только на 18-й год, потому что у нас все наши купальники проданы в ноль уже с момента даже прихода на склад в Голландию. То есть предзаказ и, пожалуйста, сейчас на 18-й. Когда будет приниматься? Заказы на 18-й после выставки в Париже на 18-й год. Вы на 19-й год уже. Почему на 19-й? Лето 18-го еще будет, сейчас 17-й. Это 17-й продан, да. Потом 18-й идет. 18-й, все, я уже сказала да. Сама. Да, 18-й получается вот... Начнется с июля месяца и месяца, по какой и месяц предзаказ? Ну, где-то до середины сентября, до 15. То есть еще те, кто приедет к вам на выставку в сентябре, они еще смогут. Да, они успеют смогут сделать заказ, да, и получат в полном объеме то, что им нужно. Предзаказ... процент оплаты предварительного Нет, заказа? Мы не берем никакого процента оплаты за предзаказ. Все оплачивается перед тем, как уже готова к отгрузке. Когда груз собран в Голландии, мы выставляем счета. Клиенты оплачивают 50%. Через 2-3 недели они получают это здесь, в Москве. Понятно. У нас такая система работы. Мы не берем денег за предоплату. Хорошо. Мы познакомились с базой. Да, мы познакомились с базой. Что Я еще хотела обратить внимание на коллекцию «Осень-зима», которую мы сейчас представляем. Коллекция «Осень-зима» вся в очень таких теплых, нежных тонах, ну, как, в принципе, всегда в Лингадоре. То есть Лингадора никогда нету в домашней одежде такой прям пестрости, яркости, попугаем на плече. То есть один из лозунгов компании – это «Дома женщина-кошка». Уютная, комфортная, мягкая. И вот я смотрю, вот очень... даже на вид, да, вот да, трогаешь. Да, и на вид, и тактильно. Это все очень приятно. По составу у нас 100% хлопок, у нас по составу хлопок с вискозой, есть вискоза с модалом, с хлопком, то есть очень есть сложные составы, но тактильно, вот Михаил, можете потрогать, любая, да, то есть вот да, любая да, женщина, да, когда да. это берет в руки. Вот как очень... важно, да, потрогать. Да, это очень важно, то есть и дома, да, когда к ней может прижаться ее ребенок, это будет очень приятно на ощупь. Вот, так, сейчас, да, и хочу, вот, да. Ну вот сколько может стоить такая интересная, цена. Нет, а нет, для магазина, четвертая часть, 1500, да, 1400, 1500, да, ну очень оригинально, действительно, настолько приятное ощущение. Очень тактильно, приятно. Это... Да и на вид смотрится на вид, да, эстетично, да, очень. Да. Что еще хотела обратить внимание, у нас голландцы еще сделали вот такую вот серию, очень... вот такая лапша, это уже платье, ну, с
скажем, это не домашняя одежда, это одежда для ланча, одежда для отдыха, да, то есть то, что может одеть женщина вполне, да, накинув какую-то курточку там джинсовую, сходить, например, в магазин, да, то есть или погулять с ребенком, да, то есть, ну, накинув какую-то курточку. Также вот такие кардиганы, ну, вот как здесь девочки-модели на выставке, говорят, что они будут носить просто под джинсы, да, просто такая одежка, потому что это без пояса. Сейчас она в другом, но... Да, Анечка, такие вещи, которые сейчас, на самом деле, очень модные, очень стильные. Здесь нужно обратить внимание еще на низ. На низ этого кардигана, он с манжетом. То есть это не выглядит как белье. Внизу, да. Да, вот такая удобная, уютная, комфортная. Да не стесняйся. Да. Это моя дочь. Вот. В общем, как бы это немножечко о домашней одежде, о одежде для отдыха. И также хотела немножечко рассказать про белье. Лингадора представляет, скажем, два направления. Да? Это основное лингадоры, и также есть moments by лингадоры. То, что для определенных моментов жизни. Да? Более где-то, может быть, открытое, более различное. Ну, например, вот это наш moments by лингадоры. Здесь гелевый пушат, анатомический гелевый пушат, тоже очень приятный. Плюс ко всему, в некоторых, в этой модели нет, в некоторых моделях подкладка с хлопком. Здесь нужно обратить внимание, конечно, на детали, потому что на спинке вот все это, да. Да, лингадора очень любит красивое кружево, шикарное, можно сказать, кружево. Можно посмотреть на этой модели, да, переходы цвета, как это выглядит. Да, да, и здесь вот тоже, да, вот такое, здесь обработка вот нас, такая. Вот эта модель, это у нас как бы хит сезона, то есть обращают внимание. Сколько бюст стоит? Здесь бюстгальтер стоит 29 евро. 30 евро, 1800, да, 1900. Это порядка от 15 евро до максимальных на трусиков 20 евро. Это вот такого плана трусики, которые, можно сказать, практически они полностью из кружева. И кружево тоже очень мягкое, тактильно приятное. Вот как, угу, да, вот действительно. Трусики, а, нет, так бы не подумал. Евро. Да, это вот самые дорогие трусики. Вот, то есть комплект получается где-то от, скажем, 43 до 50 евро. 2,5, 3,5. Ну, 3,300. Да, 3, вот, то есть вот так. Ну, это средний плюс, это не премиум. Это конечно. Вот, что еще хотела сказать, что весь момент у нас идет вот эта модель, вот эта шикарная бандо. Это все идет от 65 объема, чашка F максимально. Лингадора идет от 70 объема до 90, чашка G максимально. Так, и домашка тоже, вот я тогда перебил, до какого размера? Домашка идет от размера XS до 2XL, 2XL это полный 52 размер. То есть, в принципе, огромный спектр, огромное количество женщин любого размера смогут для себя подобрать что-то в нашем ассортименте. И вообще, я просто очень люблю лингадору. Да и многие, кто и с вами работает, то, также говорят. Хотела рассказать, это у нас новое направление, это тоже все лингадоры, это называется full de passion. То есть наши голландцы решили немножечко пофантазировать и сделать такую хорошую эротическую коллекцию, недешевую коллекцию. Скажем так, она не премиум сегмента, но как бы... По ценам на процентов 30, да, выше, чем основная, наверное, да? Да, да, примерно так. То есть около 4000. Да, допустим, бюстгальтер вот этот, он стоит только бюстгальтер, он стоит 46 евро. Ну, даже если брать 50 на 63... Ну, 3000, но бюстгальтер. 3000, да. Да, ну, то есть это не линейки, которые продаются в коробках, да, то есть это линейки, которые имеют... Да, ну, конечно, все это оригинально, очень необычно, сделано, да, сделано под кожу. Такие трусики высокие, очень. Ну, я представляю, как это смотрится на фигуре. Да, это очень, да, смотрится это... эротично, это очень красиво, но это еще плюс ко всему очень комфортно, потому что вот кто у нас мерил, смотрел, вот. И здесь также в этой коллекции есть очень интересное, очень мягкое тактильное кружево, причем чашка здесь из очень нежного тонкого кружева, но она, можно сказать, функциональна, да, то есть до размера, скажем там, до чашечки C еще имеет очень хороший массаж. Да. Ну это опять же так на это какой-то момент, на, да, для на момент. Определенного, да, момента. То есть
это вот для наше, случая для такого случая, запланированного. То есть это вот наша такая новинка, которую мы представляем сейчас на выставке. Очень хорошие отзывы. Ну, конечно, вот с хорошей визуализацией всего этого. Full de passion. Full de passion. Так, внизу что мы видим? Внизу мы видим здесь коллекция весна-лето, которую мы немножечко вот здесь представили домашней одеждой. Значит, поставки начнутся у нас со следующей недели. Мы планируем уже отгружать с Голландии, да. Тоже все очень приятно. Здесь хлопочек я вижу, да? Хлопок с вискозой, хлопок с модалом, тоже тактильно все очень приятно. Здесь интересные есть модели, например, такого плана, да, то есть это длинная юбка в пол, такая боксерочка, которая комфортно, удобно, да, приятно, наверное. Облегает фигуру, все да. Это так струится да. По телу, но да, могу конечно. Показать хит, как давайте сезона. Хит. Это вот светодиодная, вот она. Это вот это платьице, просто такое легенькое, но оно уже стало хитом, потому что все-таки полоска, она всегда актуальна. И плюс ко всему тактильная. О, очень, да? Шелковистое такое, да? Да, это вот хлопок, это хлопок с модалом. Хлопок с модалом, небольшой процент еще вискозы, но она настолько приятная. А кто делает, итальянцы? Нет, с материалом. Ткань итальянская. Итальянская. Ткань, ну вот могут они делать. Да, ну вот когда же моя дочь сказала, что нужно одеть кеды, рюкзачок, то есть просто вот очень удобная одежда, не лето, комфортная. Да? Добро пожаловать. Так, еще вот какие-то да, есть такие рубашки. Хлопок, да, такие рубахи, платья, рубахи. Конечно, смотрится очень хорошо, легкое, видно, что в этом будет комфортно, да? В жару особенно супер. То, что рукав, наоборот, это не сгоришь, да, скажем так, очень элегантно, это элегантно. Уважаемые зрители, вы получили представление о марке Лингадоре, о Елене, которая представляет долгие годы уже многие.